В любое время года Чедерлунга богата на различные ярмарки-выставки. При этом они бывают разного масштаба и по разному поводу. Например, универсальные торговые выставки в нашем городе приурочены почти каждому празднику. Региональные производители приезжают, чтобы торговать и налаживать новые контакты. У нас сегодня на стенде продукция золотого аиста. Тамай Винекс – это напитки, это вина сухие, полусладкие. Мы увеличили свой ассортимент. Ближе вот эти новые наши виды с кунжутом, с маком, с изюмом. Ваши покупатели это заметили, оценили. Первый день очень хорошо распродали, так что сегодня пришли и покупают. Выставки не для продажи, выставки для налаживания контактов всегда идут. Продажи это не играет такого большого значения роли. Вот вчера, допустим, нашел еще одного покупателя тут местного, который поинтересовался, взял, будем сотрудничать дальше. На выставке в Чедерлунге свои товары представляют до 25 производителей со всех регионов страны. В этом году к ним присоединилась еще одна фирма, которая предложила бондарные изделия. А мы успели продать большие бочки на 225 литров. И продали бочки на 30 литров, на 20 литров. И надеемся до вечера продать еще больше. Местный дом культуры на период ярмарки превращается в торговый центр, где можно сделать любимые покупки. Особого бума здесь не наблюдается, но кто-то находит себе обувь, одежду и бытовые приборы по доступной цене. А кто-то продукты питания, чаи и кондитерские изделия. Свитерок взяла себе, вот беру сладости. Нас устраивает, чаи очень много набрала, очень много интересного. И то, что можно в основном нас здесь не увидеть. Вот я купила печень трески, купила аджику. Не знаю, первый раз беру. Вот попробую. Если понравится, буду покупать еще. Вот все. Цены немножко дешевле. Чай, например, дешевле, чем у нас на рынке. А тушенку мы еще взяли. Что мы еще взяли, Вика? Икру взяли. Ну, все, что нужно для питания нормального. Традиционная межрегиональная выставка была организована торгово-промышленной палатой Гагаузии и организацией «Буджак Экспо Бизнес». Ярмарка работала с 23 по 25 ноября.